Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу готовить паштет из красного фасоля. Вот, я уже предварительно варила фасоль. Сейчас буду через мясорубку пропустить. Я добавила еще две зубчика чеснока, небольших зубчиков чеснока. Здесь сейчас я буду добавить специи, только буду добавить черный перец и душистый перец. Вместе я в блендере рубила и еще красный перец. Я соль не буду добавить, потому что когда варила фасоль, я там уже соль добавила. Вы смотрите, как хотите. И еще растительное масло. Сейчас я это буду руками перемешать и сразу же оформлю. Можно и вот так перемешать. Ладно. Когда фасоль хорошо варилась и с ложкой хорошо можно перемешать, уже готово. Сейчас я буду формировать и вот такие круглые. Внутрь кладем один кусок сливочного масла и вот круглый такой делаем. И вот обваливаем мелко порубленным грецким орехом. Ставим масло. И орехи. И буду делать еще и трюфельчики. Здесь тоже масло положим. И оформим как конфеты трюфели. А это можно обваливать в кунжут, семена кунжута. Так буду остальные делать. Дорогие мои, вот это я уже оформила, а остальные я буду
на пищевом пленке рулетик делать. Сначала немножко буду мазать растительным маслом, чтобы не прилипло. Только вот эта верхняя часть надо. Буду сразу с руками вот ровно распределить. Чтобы было около сантиметра высота, толщина. Вот уже нормально. Здесь буду мазать сливочным маслом. Правда, у меня масло немножко холодное, но постараюсь равномерно распределить. Вот немножко мазала маслом, оно холодное было, не очень хорошо мазалось. А остальную часть буду орехами посыпать, чтобы вкусно было. И буду заворачивать рулетик полностью пленки. Правда, это надо оставить в холодильник какое-то время, но я не буду оставить. У нас времени нету, будем резать. Уже буду вот резать такие круглые. Эту часть оставлю. Дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, вот я готовила эту закуску, паштет, это трюфельчики, рулетик и шарики. Они очень вкусные, полезные, там все продукты полезные. По-моему, получилось и вкусно, и красиво. Если хотите, вот вы тоже можете по-своему оформить. Я гранат добавила и орехи. Так что, если хотите, готовьте, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду ваших писем. Пока-пока.